21-я миссия Call of Duty. Лейтенант Алексей Воронин. Мы почти подошли к реке Одер. Оттуда менее 70 километров до логова фашистского чудовища. Некоторые члены наших танковых экипажей признаны ветераны Курской битвы. Они поведут нас к Одеру. Однако квалифицированных танкистов нам все еще не хватает. Улучшенный новый танк Т-34-85 вмещает 5 человек. Но большинство экипажей под моим командованием состоит всего из 3 человек. Чтобы быть полностью эффективным, экипаж должен включать механика-водителя, пулеметчика, наводчика, заряжающего и командира. Мне дали разрешение переводить солдат-добровольцев из пехоты в танкисты. Учитывая ваш военный опыт, вы будете хорошим командиром-корректировщиком для менее опытных, но технически подготовленных танкистов. Когда мы получим подкрепление, вы возвратитесь на предыдущее место службы. Быть у танка с тактическим номером 1126 до 9 утра. Полковник Андропов, 22-я танковая армия. Добраться до окрестностей следующего города. Обратите внимание, гусеницы все движутся, снег под гусениц. Графика изумительная, это 2003 года. Так, за ручьем показались вражеские танки. Они, кстати, иногда не с первого выстрела уничтожаются. Либо, я вот не пойму, то ли промахиваемся мы. Один готов! Другие идут! Нет, они не с первого выстрела. Не всегда они с первого выстрела уничтожаются, действительно. Как тебе это понравится, Фред? Так, все танки подбиты, да? У нас, кстати, потери. 2 танка мы потеряли. Деревья можно валить. ВС зашкаливает, все плавненько, 60 кадров, одно удовольствие. Пулемет танка будет автоматически стрелять по войскам впереди танка. Так, вражеские танки наблюдают. Нет, они маневрируют. Есть один танк, есть второй. Отличная третий. Стрельба. Один готов! Четвертый. Как в тире. Как в тире. Так, еще 2 танка. Блин, я не пойму, то ли я попасть не могу. То ли они не пробиваются. Отличная стрельба! Что, там еще кто-то остался? Капустные ублюдки, пока вот тебе сука. Это понравится! Я его не заметил. Нас подбили! Да блин, там еще целая толпа там. У нас проблемы. У нас проблемы, ребят. У меня было пару прилетов, и у нас здоровье уже осталось. Здоровье у танка осталось 60%. Давайте лучше от греха подальше поедем куда-нибудь в другое место. Ладно, не буду на эту мелкотню тратить время. Я не понял. Ну, что такое?
Погнали, погнали. 40% здоровья у танка моего осталось. Самое жаркое ведь впереди. Так, новая группа вражеских танков. Да, они не всегда с одного выстрела уничтожаются. У меня осталось 30% здоровья. Очередной прилет словил. Так, первым я не поеду. Я лучше за напарниками поеду. У меня и так уже здоровья не осталось. Отличная стрельба! Так, вон еще танки. Надо из-за угла высовываться и стрелять по одному. А этот танк, видимо, бота подстрелили. То есть, видите, меня не похвалили за пропаганду. Значит, бота подстрелили. Маши его! Один готов! Другие идут! Так, еще два танка с левого фланга. Отличная стрельба! Отличная стрельба! Да одним выстрелом попал. Вон еще один. Отличная стрельба! Так, ну кажется, миссия пройдена. Дальше вроде бы уже ничего быть не должно. Словил я несколько прилетов, но танк уцелел.